Выводы сделаны. Итоги работы Щелковского управления МВД за год подвели на расширенном совещании. Начальник межмуниципального управления МВД России Щелковской Дмитрий Рябов проанализировал работу подразделений полиции. В 2018 году управление укрепило ряд позиций. Раскрываемость убийств возросла на 5%, разбойных нападений на 11,5%, квартирных краж на 6%, а краж автотранспорта на 29%. Общий массив зарегистрированных преступлений сократился на 5%. До 2489. Число раскрытых преступлений увеличилось на 12%, до 1525. Совершено на 9% меньше тяжких и особо тяжких преступлений. Раскрыто на 13% больше. В докладе Дмитрий Рябов приводил результаты рейтинга по каждому из веренных ему подразделений, действующих на территории трех муниципальных образований. Высказал пожелания сотрудникам отделений полиции Щелково, Лосино-Петровского, Фрианово и Фрязино. За год почти вдвое сократилось количество уличных происшествий. Как отметил Рябов, в этом заслуга не только правоохранителей, но и органов власти и местного самоуправления. Неуклонно растущий уровень раскрываемости преступлений подтверждает действие принципа неотвратимости наказания. Полученное за 2018 год более 71,5 тысячи обращений говорит о доверии граждан к полиции. На совещании выступил глава района Алексей Валов. Он поблагодарил коллектив за успехи в 2018 году. Каждый человек защищен тогда, когда он защищен сотрудником правоохранительных органов. Когда сотрудник правоохранительного органа в каждом человеке, вне зависимости от того, какие ситуации и сложные он попал проблемы, видит помощника, видит подспорье, который не только его привлечет к какой-то административной ответственности или в ходе расследования уголовной ответственности, но и при этом не даст ему упасть до уровня дна. Это называется профилактика. Алексей Валов передал руководству управления документы на служебную квартиру. Отличившимся полицейским вручили почетные грамоты и благодарности от управления полиции. В своем докладе Дмитрий Рябов давал оценку работе каждому из своих подразделений, указывал на то, что необходимо исправить в их работе. По оценке за 2018 год работа Щелковского управления главным управлением по Московской области отмечена положительно. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».